Вот сейчас мы и посмотрим на эту невероятную атмосферу. Настя Марушка отправилась, окунулась в эту невероятную атмосферу. В этот солнечный морозный март отправили мы ее на воркаут. Давайте посмотрим, что получилось из этого. Даже не спрашивайте, что я делаю в парке в такую погоду. С одной стороны, я дышу весенним свежим воздухом. С другой стороны, я ищу площадку по воркауту. Мне сказали, что это очень модно, а нам, девочкам, надо быть в центре моды. Воркаут – это тренировка на улице. И что важно, в любое время года. Походу, придется вливаться, потому что на улице минус 8. Ребят, привет! Привет! Можно с вами? Я тут первый раз. Я, конечно, стесняюсь, я волнуюсь, но с чего бы начать такого попроще? Вот, даже присоединились. Артём, ну ничего же, получается, а? В принципе, неплохо, но вам желательно турник повыше. Хорошо, что я с собой форму захватила. Я тоже хочу попробовать. Воркаут, девочки, это физические тренировки с использованием собственного веса. Ну кто мне тут покажет базовые упражнения? Уличные тренировки при всей своей простоте достаточно разнообразны. О, вот и девочки подтянулись. Девочка, можно мне 5? О, 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 вот так я. Ого, я это смогу повторить? Возможно, через пару. Это Лиза, ей 18 лет, и она уже умеет 10 раз подтянуться на брусе. Лиза, в каких-то соревнованиях участвовала уже? Есть молодежная федерация воркаут, и на разных мероприятиях я участвовала в показательных выступлениях. Значит так, воркаут развивает силу, мощь, выносливость. И опять же, можно больше времени проводить на улице. А вы со мной? Девушки большого города, мы ждем вас на тренировках. Рекомендую.